И всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем наше прохождение Star Wars Knights of the Old Republic, и мы в Звездной Кузнице. Ну что, как думаете, дойдем мы сегодня до финала или нет? Давайте попробуем. По крайней мере, вы узнаете об этом первыми, потому что вы сразу же сможете прочитать название, а вот я еще не знаю. Так, ну что, Малак, что ты на этот раз придумаешь? I have news, Lord Malak, about the Jedi. Ah, the Jedi. Did my droids pass their test? Did they destroy our enemies? No, Lord Malak. The droids could not stop them. Strange. I did not think there were any among the Order who could survive an attack by an army of the Starforge's battle droids. It was Revan, Lord Malak. Your old master is with the Jedi here on the Starforge. Yes, that would explain why the droids failed. Revan was always strong in the Force. Very well. Send out all available troops, the apprentices as well. Do you think they can stop Revan, Lord Malak? Of course not. But they will slow Revan down. That will give me the time I need to fully prepare the Starforge's defenses. I am curious to see the true extent of this space station's capabilities. One as powerful as my old master will make an interesting test subject. Как это трусливо, друзья. Вышел бы Малак уже с нами один на один и разрешил бы эту проблему, а так это... Ну, конечно, не по-ситски. Ситхи должны предавать, должны какие-то подлянки делать. Так, ну что, попробуем. Как вам вот такая? Лучше вообще-то пить жизни. Ну ладно. Кстати, Кандерусу я дал все-таки бластер ионный, потому что пусть он лучше нам хоть как-то помогает против дроидов, нежели против обычных людей. Тут мы и так справимся. Ай. На это будет весело. Так, а вас я точно выпью. Нет, ну это, конечно, классное поле смерти. Это даже лучше, чем лечение, особенно против небольших групп. Бастила, ты бы хоть себя пожалела, полечила. Ну вот, умерла. Ух ты, я даже не заметил, извини, Кандерус. Давай тебя поднимем. Хотя навряд ли ты что-то сможешь сделать, но... Ёма, да откуда вас столько бежит-то? Я, видимо, что-то не рассчитал количество здешнего народа. Да, интересно. Все-таки бросил он действительно все войска против нас. Ай! Давайте тоже поднимем уровень. Сила, но это уже практически значения не имеет. Здесь что у нас? Что еще можно развить? Бросок меча, но я им даже не пользовался. Но больше и нечего. Так. Ух ты, да вас там бежит и бежит народу-то. Это же нечестно. Очень нечестно с вашей стороны так со мной поступать. Но я не хочу как-то умирать, друзья, поэтому давайте держаться изо всех сил. Не ожидал я то, что здесь столько народу будет. Идут и идут откуда-то. Так, вот. Можно даже пакет вот такой поддержки
Наверное, это мощный пакет. А вот это уже нечестно. Реально нечестно. Сохранимся. Надеюсь, что это правильное решение. Ё-моё, сколько можно? Да нет, да сколько же вас? Да, обалдеть. Ой, вот это я попал, конечно. Это я попал. Кошмар, откуда? Откуда такие войска? Он реально кинул на нас все силы. Ну и как-то... Как-то надо, друзья, держаться. Бастила не стала себя лечить. Поэтому... Все плохо вот так закончилось для нас. Так, сохраняемся. Я, видимо, еще немножко далеко ушел, поэтому подошли дополнительные войска. Так, ученики. Ну ладно, хоть ученики. Хотя вы как-то посильнее вроде стали. Угу. Промазали. А, потому что я без ускорения, поэтому, да, все так плохо у нас получается. Силы уже нет на ускорение. Ладно, Малак, я оценил. 22 жизни. Одна... Ой, ё. Одна аптечка, 22 жизни. Почему ты сразу же не можешь пачку сожрать? Мне кажется, даже битва с Малаком не будет такой тяжкой, как эти битвы. Давайте продвинутые пока что медпакет попробуем. Ё-моё, бегут и бегут, но это вообще... Ладно, используем еще один щит, если у нас остался хоть какой-нибудь, нет? Одни стимуляторы. Дуэльный щит Инчани. Давай, где же ты? Гранаты? Ну это несерьезно. Кошмар. Какой кошмар. Ладно, я что-то поторопился, видимо, с финалом. Блин, они меня замедлили, и я не могу даже дойти. Жесть. Ой. Ну это нечестно, это нечестно. Держимся изо всех сил. Так. Нет, граната, нет. О, no. Хорошо, что у нас аптечек дофига. Так. Все, хватит с меня. И мы продержались по ходу дела, друзья. На одних аптечках просто. Нет, это жесть было, вы видели? Я просто в одиночку тут перебил. Так, пора собирать дань по ходу дела. И тоже пакеты жизни собираем с них. Ладно, не будем больше допускать таких ошибок. Бастила, тебя повышу. Наверное, даже новый уровень, даже вручную тебя. Видимо, поторопился я с тем, что финал будет сегодня. Походу дела, тут еще не конец. Нет, слушай, тебя прокачали в качестве темной стороны, но почему-то я не видел, что ты так хорошо бы использовал силы. Теперь ты нас полечишь хоть как-нибудь. Yeah. Yes?
Мне бы тоже не помешало восстановить силы. А, кстати, здесь турели. По-моему, их можно отключить, если только мои, а нет, туда не побегут. Поэтому где-то здесь должна быть комната управления. Вот здесь единственная комната, поэтому выбор не особо богатый. А, все, пришло время мести. Ну, давай. Время пить жизни. А, кстати, это та самая комната, друзья. Здесь, в этой комнате, можно создать доспехи Дарта Ревана. Что очень интересно. Давайте взломаем компьютер. Деактивировать сторожевое оружие. Да. Нужно это деактивировать все. Легкую стальную броню, мощную стальную. Из прочной стали. А можно обмундирование джедая. По-моему, вот это и есть. Отключимся. Ну, отмычек у нас просто дофига, поэтому интересно, еще одну можно создать. Вы не вовремя. Роба Дарта Ревана. Наконец-таки, друзья, наша роба. Блин, ну, не вовремя, я же говорю, вы пришли. Испортили мне все. Как всегда, ученики. Ну, понятное дело, то, что я здесь, друзья, все-таки немножко не раскачан. Многие миссии я дополнительно не проходил. Опыта у нас. Поэтому очень мало, но... Как-нибудь справимся. Все, нужно ускорение включать, без него вообще все. Все не так идет. Так я хоть с одного раза их начинаю убивать. Я хотел посмотреть, можно ли создать, блин, еще одну броню такую. Давайте, пока что нас не напали, нет. Сколько вас можно тут валить? Блин. Это, видимо, еще одна такая же волна. Доезжишь. Нам нужен переотдых какой-нибудь. Дайте передохнуть. Мы все-таки старые учители. Интересно, сколько нам лет вообще? Как Дарту Ревану. По-моему, по книге он жил вообще не один там, не один десяток, сотню лет, по-моему. Очень много, питаясь силами темными. Вот она. Это дает нам защиты 5, плюс еще физической 4 и регенерация. Кстати, броня почему-то выглядит не так, как она выглядела на роликах. И к тому же нету ни капюшона, ни маски, поэтому она немножечко отстойная. Действительно, можно создать, видимо, еще одну броню и дать ей бастили. Удивительно. Может, только на этом компьютере здесь их 2? Сейчас посмотрим. Если так, то... Это довольно-таки интересно. Восстанавливаем по одной единичке. Да, действительно. Слушай, ты сможешь носить броню Дарта Ревана? Да, Бастила тоже может. Что, конечно же, нам на руку. Кандерус, а ты? Хочешь присоединиться к нашей партии? Ну, она не очень, как я уже говорил. Во второй части она еще более прикольней у Ревана. Ну,
Хоть бы надо было как-нибудь перепрограммировать, нам бы полегче тут было. Так, там, видимо, ничего. Вот пойдем в эту дверь. Дверь лифта. You summoned us, Lord Malak. Bestula has betrayed me. I must select a new successor to be my apprentice. One who will one day take the mantle of Sith Lord away from me. Of all the Dark Jedi that have sworn allegiance to me, you three are the strongest. One of you will have the honor of becoming my new apprentice. If you prove yourself worthy. Tell me what I must do, Master. Anything. Revan is on the Starforge, looking to reclaim the title of Dark Lord of the Sith. Wait here for my old master. Whichever one of you deals the killing blow to Revan will become my new apprentice. We will not fail you, Master. Серьезная угроза, видимо. Все троем будут нападать. Perhaps you will triumph, but even if you fail, it will give me the time I need to complete my preparations of the station's defenses. And then we shall see if Revan can stand against the full fury of the Starforge. Да ты шутник. По крайней мере, у него есть юмор. А, это эта же дверь? А, нет. Не все так просто, да? Продвинутые пехотинцы. Так, стой, 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 Кандерус, я бегу тебя спасать, а то ты не справишься. Так, нужно постоянно, чтобы была активирована скорость, иначе действительно будет тогда сложно. А нет, меня задушили. И кинули еще. Выкидаловы. Ну давай. Так, а нет, не кончилось. Хотя зря я включил, у меня же баг был только что, да. Который позволял мне спокойно. Я думаю, нам сюда. Там лучше не ходить. Иначе нас побьют. Блин. Что, кто там пришел? Бастила, ну ты сумасшедшая. Просто против нескольких. Так, Кандерусу уже конец. Ну все, идемте. Нам нужно бежать. Вот мне кажется, они бесконечно прут это вот как ни крути. Или это какие-то атаки такие? Ой, да сколько можно? Так. Ай. Все, хорош.
Встаем. Ну, эта битва получилась намного лучше, чем предыдущие. По крайней мере, мы выжили. I'm here. Давай, подлечи Кандерус. Хотя, как-то на Кандеруса даже тратить... Yes? Возможно, он бы больше приносил, если бы в ближнем бою сражался, не знаю. Можно дать ему меч, но тоже, я думаю, особого толка не будет. Хотя давайте yes? попробуем. What? Блин, они уже бегут за нами. Так. Вот, палка от Джунта Пола. Yes? Хотя у него неплохой урон с нее получается. Так, мы активируем скорость. Да. Продвигаемся, Бастила. Нет, только не назад. Мы стоим на одном месте. Надо бежать вперед. Иначе мы тут застрянем. Так, пофиг, Кандерус, валяйся там, ты их задержишь хотя бы. Ага. Снова какая-то хорошая попытка. Досчитай до 100. Не, я думаю, сотка точно будет у нас. По-моему, это именно эта дверь, где трое чуваков. Если я опять не ошибаюсь, да. Ну что это? Походу дела битва какая-то серьезная сейчас будет. Даже, возможно, ты, Кандерус, нам понадобишься в ней. Поэтому давайте тебя тоже полечим. Я думаю, с врачеванием у тебя должно быть все хорошо. Так, сейчас я тебе что-нибудь вколю. Вот такого вот. И давай-ка тебе гипербоевой какой-нибудь стимулятор. А? Sure. Я тоже себе что-нибудь вколю сейчас. Так, посмотрим. Боевой. Вот такой вот. Классный стимулятор. Бастила, ты был дурак, чтобы предать мастера. И еще больше дурак, чтобы вернуться к Старфорджу. Единственные дураки — это те, кто все еще следует Малак. Открой твои глаза и увидь истинного лорда Сита. Ревен вернулся. Ревен — это ничего. Малак получил титул Дарк Лорда, победив своего старого мастера. И теперь я стану новым Малаком, делая то же самое. Ладно. Наверное... О, это хорошо. Вот сейчас надо сохраниться, потому что ни одна сила против нас не прошла. Или что? О, я думал, он их застанил. Или нет? Так... You shall fall. Let's make this quick. No. Весело. Хотя половину здоровья мы уже оттяпали. Нет, не половину. Let's make this quick. Чего ж мы такие плохо сопротивляемся этим всем силам? Yes. Ой. Это же не я. Вот я. Я думаю, что это не то. Не, знаете, вы еще слабее, чем оказались, чем те. Yeah.
Спасибо, я верну себе свои стимуляторы. Вот она, кстати, звездная кузница, ее карта. Куда Малак пошел, кстати? В какую из дверей? По-моему, в самую заднюю. Нет. Ну что на этот раз? The Starforge is under assault from the entire Republic fleet. If I don't use my battle meditation to turn the tide, Admiral Dodonna's capital ships will destroy the Starforge. I have to stay here in the command center so that I can best use my battle meditation against our enemy. If I don't, the Starforge will be lost. You must go to face Malak without me. Find him, kill him, and reclaim the title of Dark Lord of the Sith. Окей, Кандерус, а ты Кандерус? Is turning against us. The entire Sith fleet reacts instantly to our every strategy. Every fighter and capital ship attack in perfect unison. I've never seen such military precision. I have, but never from the Sith. It's almost as if... No. Bastila is using her battle meditation against us. What? Impossible. She's on our side. Not anymore, Admiral. I sensed something different about Bastila during her transmission, but I thought I was only feeling the evil presence of the Starforge itself. I see now I was wrong. Bastila has turned to the dark side, Admiral. You have to give the order to retreat. I can't do that. This might be our only chance to destroy the Starforge. We can't withdraw. We can't. Then you will lose. Ну что ж, наконец-таки мы разделались с флотом Республики. А, так, где это мы? Ага, стоим другой стороной. Ну и, в общем, дальше нам придется продвигаться одним. Что, конечно же... Все, я помню, что это за комната. Здесь есть несколько терминалов, по-моему, которые нужно включать. Или нет, или наоборот. В общем, здесь нам нужно... По-моему, для чего-то было набрать определенное количество отмычек. Ну давай, давай. I tire of this game, Revan. You have been a thorn in my side from the moment I seized the mantle of Dark Lord from your feeble grasp. You made a mistake coming here, Revan. The Starforge fuels my command of the dark side. You are no match for me here, and this time you will not escape. Хм, я настоящий повелитель ситхов. Приготовься к смерти, Малак. You have reclaimed your identity, Revan, but you have lost the power you once wielded. You are not the Dark Lord anymore. You are nothing. You are an insignificant speck beneath my notice.
I have surpassed you in every way and accomplished what you never could. I have unleashed the full potential of this Rakatan factory. You had no idea of the power within this place. Its very walls are alive with dark side energies. And now, my old master, I will let the Star Forge itself destroy you. Печально. Сколько же их тут? Да, начинается веселье. Блин, они не такие простые, хотя бьют они не так сильно. Сейчас я вспомню, что тут нужно делать. Помогающих тебе 10 отмычек. В принципе, мы можем сделать, потому что отмычек у меня куча. А те дроидов, которых мы убиваем, отмычки добавляются вот в эти вот корзиночки. И пока он отвлекает, мы отключим остальные генераторы, я думаю. Ну или можно пособирать здесь опыта, походить, кстати, тоже вариант, в принципе. Ну и что, все, по-моему, у нас? А нет? По-моему, битва где-то там идет, а мы тут спокойно бегаем. Не, ну это, кстати, полезно было перепрограммировать. Я поначалу не хотел, но это оказалось очень полезным. И сразу же нам упростило задачу в несколько раз. Хотя их ничего там собралось-то. Да, вот дверь открылась, и, в принципе, сейчас да уничтожим вот этих роботов. Включим, кстати, щит, чтобы зря жизни не терять. А, зря. Они просто отключились все. Вот дальше что будет, точно не помню. Возможно, уже малок. Завод. Нет, походу, дело рано еще. Рано еще с малоком воевать. А нет, да, да, наконец-таки, друзья, это финал. А послушайте только музыку. Well done, Revan. I was certain the defenses of the Starforge would destroy you. But I see there is more of your old self in you than I expected. You are stronger than I thought. Stronger than you ever were during your reign as the Dark Lord. I did not think that was possible. Я всегда был сильнее тебя, Малок, поэтому я был повелителем. Once you were stronger than me, Revan. But as your apprentice, I surpassed you. The master must always be stronger than the apprentice. That was why I betrayed you. Ты предал меня тайно. Ты боялся встретиться лицом к лицу, Малок. No, I was prepared to face you, Revan. But fate presented me with a better option. I saw my opportunity and seized it. The trap set by the Jedi only hastened my decision. If they had not attacked, I would have challenged you for mastery of the Sith soon enough. А ты тогда меня недооценил, ты сейчас меня недооцениваешь. I cannot deny your resilience. You survived my first betrayal thanks to Bastila's interference. You escaped the destruction of Taris, and you escaped me on the Leviathan. You even survived my attempt to destroy you with the Starforge itself. Fate and destiny have conspired to keep you alive despite all my efforts. We have been inexorably pushed to this final confrontation, Revan.
I see now that this can only be settled when one of us destroys the other. Once again, we shall face each other in single combat, and the victor will decide the fate of the galaxy. Ну давай, решим это, Малак, один на один. Так, интересно, сейчас пока что, ну, как мы видим, здесь есть пленные джедаи, из которых он может высасывать силы, поэтому их будет следует уничтожить. Так, интересно, чума проканает? Да, это сразу же упростит мне работу. Ух ты. Да, он не слабак. Молния сильна. Так. Нет, зачем? Очень мало жизней. Так, сейчас нам придется тогда аптечками 100 пудов пользоваться. Так, а еще стимулятор какой-нибудь введем? Нет? Вот сейчас он будет бегать. You continue to amaze me, Revan. If only you had been the one to uncover the true power of the Starforge, you might have become truly invincible. But you were a fool. All you saw was an enormous factory. All you ever imagined was an infinite fleet rolling forth to crush the Republic. You are blind, Revan. Blind and stupid. В этом есть какой-то смысл? The Starforge is more than just a space station. In some ways, it is like a living creature. It hungers, and it can feed on the dark side that is within all of us. Look around you, Revan. See the bodies? You should recognize them from the Academy. These are Jedi who fell when I attacked Dantooine. For all intents and purposes, dead. Except for one difference. I have not let them become one with the Force. Instead, I have brought them here. The Starforge corrupts what remains of their power and transfers the dark taint to me. Да, конечно, Малак, но ты кое-что недооценил. You cannot beat me, Revan. Not here on the Starforge. Not when I can draw upon the power of... And once you are beaten, I will do the same to you. You will be trapped in a terrible existence between life and death. Your power feeding me as I conquer the galaxy. Ну, кстати, вот эта вот последняя фраза не такая уж и далекая от правды она. Потому что, если мы вспомним написанные книги, то мы действительно, Дарт Реван потом попадет в такую ситуацию. Весь прикол в том, что мы тоже можем сосать жизни из этих. Поэтому Малак совершенно прогадал. Потому что вот такая вот, особенно злых персонажей, это просто вообще имба. Ну а последний мы разрушаем тупо, чтобы он не мог больше восстанавливать силы. Ты меня замедлил? А нет. Вроде это последние были джедаи. Ну все, Малак, хватит. Хватит это терпеть. Сегодня ты раз и навсегда склонишься передо мной. Так. Окей, это мы не сможем так использовать. Ты-ты-ты-ты-ды. Боевой стимулятор. Хотя можно было гипербоевой использовать. Давай. Молнии. Не будь слабаком, дерись на мечах. Это дуэль. Все-таки наверху еще остались, да? Ну ладно. Точно. Эй, это мой. Ладно, пойду за другим. Проглядел я их. Хотя я помнил, что вот что-то еще должно было быть. Ладно, ты продлил себе жизнь, но ненадолго. Я тоже пойду, выпью. Стоять. Спасибо. Ну вот теперь точно, по-моему, все.
Ладно, давай еще раз. Что это такое? Ой, мне не нравится. Нужно срочно включить скорость мастера. Ой, это опасный момент. Я так хотел его без аптечек уже победить, ну ладно. Я хочу тебя выпить. Ну ладно. Не получится, я чувствую, да? Или молнии эти добить, что ли? Прям не знаю. Столько вариантов. Блин, он все выдерживает. Блин! Как? Нет, я не мог. Этого не может быть. Я не мог быть повержен. Так хотел его молнией доконать. Видимо, ты последний раз решил... Да что ж такое? Жесткий ты стал. Злой и жесткий. Ну давай же, мышка. Так. Еще используем, интересно. Наверное, рано. Да. Да ё-моё, ну мышка. Хватит своими силами меня уже. Почему-то последний он встает намного сильнее последний раз. Хм. Да. Да ежишь. Ну все, хватит. Малак. Impossible. I cannot be beaten. I am the Dark Lord of the Sith. Нет, Малак, я настоящий повелитель ситхов. Yes, I cannot deny it any longer. You are the one who deserves to be the Dark Lord. You were the one who found the first star map on Dantooine, Revan. It was you who led us on our quest for the Starforge. I only followed in your wake. I tried to usurp your rule, to steal the title of Sith Master from you. But now I understand. The destiny is yours, Revan. Not mine. You... You are Darth Revan, Lord. Почему все это покаяние, а, Малак? Ты же знаешь, Lord, тебе конец. And I am nothing. Ученик выучил свой последний урок. And so it ends, as I somehow always knew it must, in darkness. We've lost another capital ship. It's hopeless. All Republic forces pull back. Pull back! It is too late to retreat, Admiral.
The Sith Armada has cut us off. There is no escape for us now. Then the Republic is doomed. Да, вот этот момент, друзья, вот он. Malak вот что такие отстойные текстурки? All hail the return of Darth Revan, the true lord of the Sith. All hail Lord Revan. All hail Lord Revan. Да, да здравствует лорд Реван. The Sith bow before you. You have reclaimed your rightful throne. The Jedi Order is in tatters. It is only a matter of time until your Sith minions wipe them from the face of the galaxy. The Republic fleet is decimated. The core worlds are defenseless against us. Такие текстурки сзади вообще плоские. Ну что ж, друзья, вот и все, подошло наше очередное прохождение к концу. Немногие дожили до конца, немногие досмотрели, но я знаю, то, что игру все уже не раз проходили, и даже на планшетах она есть, и везде можно в нее поиграть. Это было, наверное, самое большое и самое, по крайней мере, эпичное мое прохождение. Концовка стоит того, я считаю, что за темную сторону играть здесь намного интересней, намного веселее, по крайней мере, здесь даже игра предрасполагает к тому, чтобы вы проходили темным. Постоянно вас подначивает, говорит, что вот так вот нужно сделать, именно вот так вот. И я считаю, что это действительно классно. Здесь, по крайней мере, нас не упрекают особо за плохую сторону. Почему здесь все еще мало? Здесь мы должны уже стоять. Ну что ж, друзья, я думаю, вторая часть пока что, конечно же, не будет, но, скорее всего, возможно, я ее пройду на канале попозже. Она действительно хорошая, отличная вторая часть. Многие, ну, говорят, то, что она вот такая вся недоделанная, плохая, но на самом деле в ней есть много своего отличного, много геймплейных возможностей, улучшенная прокачка, много различных умений. Интересно теперь персов там различных на свою сторону переманивать, что нельзя, конечно же, в этой части делать, все заскриптовано, а там дается больше размах действий, чем здесь, но все-таки история, вселенная, вот эта атмосфера лучше в первой части. Ну и всем интересно, что мы будем проходить дальше. Дальше у нас, скорее всего, будет какой-нибудь экшен, но, конечно же, Мора. Бедная Мора, как она у меня все еще на канале живет. Удивительно. Да, попрохожу Мору. Если кто-то еще будет смотреть ее, то да. А в остальном я пока что буду подбирать экшен какой-нибудь. Хороший, старенький, уютный экшен. Вариантов много, но тут без вашей помощи не обойтись. Потому что я лично не могу выбрать. Есть много. Некоторые хотели там Dark Messiah из, ну, из такой фэнтезийной, да. Есть более современные такие игры из современных... Не в смысле графона и, там, и так далее, а именно сеттинга. Вроде The Suffering есть отличная игра, которую я очень давно тоже проходил. Надо давно уже было назвать канал «Не проходим старые игры, а вспоминаем их», потому что все, что я прохожу на канале, это я вспоминаю, друзья, с вами. Потому что я бы, скорее всего, уже сейчас лень было бы просто одному проходить, поэтому я заодно прохожу и снимаю все на канале. Мне кажется, это отличная идея. Что там еще у нас? Есть Enclave, отличный, как вы знаете, экшен, который давно уже бесплатно на различных сайтах раздается. Я думаю, что многие уже даже поиграли, те, кто не играл в эту игру. Сложная, но интересная. Что там еще, друзья? Есть серии Silent Hill'ов, но это уже так все измучено, что даже я не знаю, брать их, не брать. Что там у вас? Я понимаю, что половина всех, кто смотрит канал, это большей части моровинцы,
Теслеры все такие же, как я, и так далее. Да, кстати, что насчет Тесс? Много вопросов на Скайриме, даже в личку уже надоело отвечать мне насчет Скайрима. Скайрима пока не будет, друзья, потому что я пробовал, и моей мощности компьютера не хватает, чтобы плавно записывать Скайрим. Это печалит, при том, что Bethesda всегда создает отлично оптимизированные игры, как же это сказать-то? В общем, у нее лучше, чем у других студий это получается. Я всегда поражался. Да, технически они всегда были сложными, требовали ресурсов, но они всегда были отлично оптимизированы. Вот поэтому насчет Скайрима пока что мы подождем и проходить пока что не будем. Потому что, возможно, в скором времени я буду улучшать свой компьютер, и, возможно, через несколько месяцев мы уже сможем приступить к прохождению. Хотя я не знаю точно, чего вы ждете от Скайрима, потому что... это не Моровин, друзья. Там особо не разбежишься, ничего такого не поделаешь. То есть это все из-за автолевелинга. И как бы проходишь Скайрим, но всегда проходишь фактически одинаково его. Особо вариантов там различных не представляется. Особенно я играю без модов, поэтому я не знаю, кому это будет реально интересно. Прохождение, просто логически даже подумайте. Но это не важно, потому что пока что Скайрим все равно не будет. И все, что я, наверное, хотел сказать. Как всегда, спасибо всем тем, кто смотрел, кто поддерживал, кто ставил лайки, комментировал видео. Это всегда очень помогает двигаться вперед. И, как видите, канал расширяется. У нас уже 312 подписчиков, что реально возросло, количество возросло на очень большую цифру, я считаю. Это действительно круто. Хотя большинство подписчиков идут не из Моровинда, как это ни странно, а из проклятых Клайва Баркера. Я не знаю почему, но проклятые Клайва Баркера у нас самая большая просматриваемая серия. Причем первая серия, которая записана самая ужасная из всех серий, с плохим озвучиванием и так далее. Там было все плохо с микрофоном у меня. Поэтому я не знаю, я даже нигде не рекламировал. И удивительно, что столько просмотров набрала. Это на самом деле очень странно. Я думаю, что пока что все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Оставляйте комментарии, оставляйте лайки. Голосуйте за следующие игры, которые мы будем проходить. Наносите предложения, это мне помогает думать. Возможно, я не возьму вашу игру, но, по крайней мере, вы, возможно, подтолкнете меня на что-то. Всем спасибо. Всем пока.